Доброе утро, ребята! Доброе. Приветствую вас сегодня в пятницу. Заключительная торговая сессия этой недели. И есть еще у нас на повестке сегодняшнего дня важный макроэкономический отчет ВВП по США. Я думаю, что этот отчет станет хорошим завершением текущей пятидневки. И в целом на следующую неделю мы идем уже с определенными представлениями о текущем поведении американской валюты и рисковых активов. Но традиционно давайте начнем все-таки с российского рынка нефти и российской валюты. Если посмотреть на текущее открытие рубля и текущие актуальные котировки, сравнить их параллельно с тем, что мы видели в рамках вчерашней торговой сессии, то можно сказать, что рубль уже не такой бодрый актив, как это было сутки назад. И открытие уже не произошло на новом годовом максимуме против доллара и евро. Напротив, сейчас пара стремится к уровню 58. Кстати, актуальная котировка какая в рублю? 57.30. В общем, 58 это вполне возможно. Если попытаться объяснить поведение российской валюты, а точнее сделать это точно, наверняка, учитывая общую фундаментальную картину, здесь стоит обозначить, конечно же, налоговый период. Налоговый период и оплата НДС, акцизов и НДПИ – это те налоги, которые все уже прогремели на российском рынке, и мы, в принципе, еще вчера благополучно перевернули страницу существенной поддержки для российской валюты по причине повышенного спроса на рублевую ликвидность. Это уже в истории, значит, можно сказать, что налоговый период практически уже сошел на нет, и уже утрачена для российской валюты та мощная поддержка, которой он активно пользовался. А то, что он получал эту поддержку, было очевидно, поскольку если опустить, опять же, ситуацию сейчас с геополитическим конфликтом на Ближнем Востоке, все-таки рубль последнюю неделю, даже полторы, подрастал как раз сначала на ожиданиях налогового периода, а потом на факте исполнения своих налоговых обязательств со стороны российских экспортеров. Следующий момент, который сейчас также выступает позитивным фактором, вроде бы как позитивным, но я не стал бы закладывать его в качестве серьезного, скажем, фактора, способного оказать стратегическую поддержку для российской валюты. Это положительное сальдо счета текущих операций. Положительное сальдо счета текущих операций, по сути, оценивает перспективы и фактическое состояние экспорта и импорта. Мы прекрасно знаем, что по причине девальвации российской валюты импорт стал дорогим, еще санкции действуют в обоюдном, скажем, плане, и это снижает объемы импорта. Что касается экспорта, здесь, к сожалению, он также падает, поскольку общая экономическая ситуация и ухудшение экономической конъюнктуры и спроса на сырьевые товары также для таких, скажем, зависимых от сырья стран, как Россия, это негативный фактор. Поэтому этот момент я бы не стал обозначать в качестве позитивного для российской валюты. Третий, конечно же, фактор поддержки для рубля и в ближайшее время уже фактор потенциально серьезной разгрузки – это, конечно же, поведение нефтяного актива. Вчера мы с вами какое событие активно обсуждали, ребят, на Ближнем Востоке? Давайте в целом еще раз вспомним, что же там произошло. Государственный переворот, вооруженный захват власти, вследствие которого президент Йемена покинул страну, отправился в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия поддержала, тут же отправила 150 тысяч войска из 150 тысяч границы с Йеменом, также военную технику, больше 150 самолетов для того, чтобы устроить там полномасштабную военную кампанию против, скажем, против той коалиции, которая, в принципе, и свергла прежний политический режим. Последние комментарии, которые сегодня я перед брифингом успел прочитать на Bloomberg, это то, что, в принципе, военная операция продолжается, по-прежнему идут обстрелы территории Йемена, и ситуация усугубляется еще тем, что в ходе этого инцидента, в ходе паники и хаоса на территории Йемена, часть складов с американским вооружением попали в руки Аль-Каиды. Поэтому не нужно долго рассуждать и гадать, каким негативным последствиям в плане эскалации это может привести. Вопрос в целом. Поскольку мы с вами говорим о геополитическом конфликте, ребят, вы меня слышите? Мы говорим с вами о геополитическом конфликте, но почему он так сильно сказывается на поведении нефтяного актива? Нет, это бывает. Нефть добывают в этих странах, все верно. И что?
перебой в поставках. Молодец, все верно. Поскольку сейчас военные действия идут непосредственно рядом с хранилищами, основными хранилищами, к тому же эскалация ситуации может привести вообще к блокированию Персидского залива. Если это произойдет, то танкеры не смогут покинуть его и не смогут отправиться в Суэцкий канал к традиционному газопроводу, точнее энергопроводу, поскольку там сразу сочетается много ресурсов КАМЭД. Это основной, который является хабом для распределения уже всего энергетического сырья. И если возникают риски закупоривания всего Персидского залива, значит под вопросом поставки, я вам вчера говорил, на какой объем? 30%, 3,5 миллиона баррелей. Это очень много. Поэтому, в принципе, сам факт локального конфликта спровоцировал сразу вчера всплеск интереса к нефтяному активу. Если посмотреть на поведение других инструментов, я говорил, что в любом случае геополитические риски, в том числе и ближние восточного характера, это спрос, разумеется, на защитные активы. Поэтому спросом вчера пользовались и золото, и японская иена, и швейцарский франк. А вот рисковые активы, учитывая то, что мы с вами обозначаем реально паническое настроение к их возможностям, и вообще на фоне подобных конфликтов нет интереса к риску, люди не хотят рисковать, напротив, оказались под соответствующим прессингом. Если посмотреть на текущие котировки основных, самых популярных валютных пар, в качестве причины коррекции как раз стоит обозначить и продолжающуюся ситуацию, неприятную, конечно же, в плане спроса на риск на Ближнем Востоке, и в целом еще фундаментальная картина, которая позволяет вернуться нам к прежним серьезным инвестиционным идеям, конечно же, с расчетом на позиционный трейдинг. Поэтому по нефти сейчас пока конфликт не исчерпан, но все-таки это ближневосточный конфликт. Довольно частое дело, эти конфликты быстро появляются и быстро сходят на нефть. И как только рынок черного золота поймет, что больше, скажем, поддержки не будет в плане эскалации ситуации, в поддержке для сохранения длинных позиций, разумеется, и нефть также утратит фактор поддержки. И как только это произойдет, в принципе, на передовую снова выйдут прежние фундаментальные идеи, обозначающие серьезное расхождение между спросом и предложением на рынке энергоресурсов. И мы снова вернемся с вами вместе с рынком к активному обсуждению темы избыточного предложения в США. И говоря про отчет этой недели, еще раз повторюсь, как от американского института АПИ, так и от Минэнерго США, мы видели, что рост запасов были сокращены, рост запасов времени. И в целом это серьезный, правда, негативный фактор для рынка энергоресурсов. Текущая котировка Брента какая? 58.18. Можно сказать, что 60 это был своего рода пиком для нефтяного актива по факту этих событий. Даже если дойдет дело до еще большей эскалации, я думаю, что уровень 60 это тот самый потолок, вряд ли выше которого сможет закрепиться нефтяной актив. И если вы торгуете нефтью, можно рассмотреть возможность поставить отложенники примерно на этом рубеже. Отложенники с последующей коррекцией, разумеется. Что касается российского рынка, еще снова хочу обратить ваше внимание на уровень инфляционного давления. Помните, несколько дней назад мы с вами обсуждали тот факт, что инфляция снижается, но при этом со стороны Центрального банка были обозначены потенциальные риски в виде проинфляционных факторов, среди которых был отмечен возможный рост цен на тарифы естественных российских монополий. И возможности этого роста рассматривались как крайне незначительные. РЖД, российский монополист, сообщил о том, что в ближайшее время поднимет тарифы на грузовые и пассажирские перевозки на уровень фактической инфляции. Фактическая инфляция какая сейчас? Около 17%. Поэтому РЖД
первый монополист, который в принципе уже в начале этого года отличился, подняв сначала тарифы на 13,5% и после этого еще произведя ежегодную индексацию на 23% в целом. И вот еще готовится одно повышение. Поэтому проинфляционные факторы, как мы с вами обозначали, они рядышком для российской экономики. И вот первая ласточка, которая указывает на то, что инфляция будет сталкиваться с еще большим прессингом для разгона. И еще один негативный момент. Помните, когда мы стали объяснять, скажем, агрессивные решения со стороны рейтинговых агентств, это Moody's и S&P, которые снизили рейтинг России до какого уровня? До мусорного, не инвестиционного. Мы с вами обозначили вероятность так называемых ковенант. Помните, что это такое? Да, ковенанты – это, по сути, условия предоставления кредитов и выпуска облигаций. И ковенанты предоставляют право досрочно требовать исполнения долговых обязательств в случае снижения инвестиционного рейтинга эмитента до неинвестиционного уровня. Поэтому, в целом, тогда мы обозначали риски. Сейчас, ребят, эти риски, которые реализуются. Уже со стороны некоторых американских банков собраны заявки российскому корпоративному сектору о досрочном возврате, соответственно, кредитных ресурсов. Это также первая ласточка, усиливающая, в принципе, долговые проблемы. И если раньше мы с вами обозначали совокупный объем долговых обязательств 120-130 миллиардов, то, думаю, что по факту подобных действий со стороны американских банков и со стороны тех, кто будет пользоваться условиями ковенанта, долговое обязательство совокупное будет только усиливаться. Поэтому второй квартал, третий квартал и четвертый квартал 2015 года будут очень тяжелыми для российского рынка. Ясно? Что касается других активов, давайте посмотрим на доллар и японская иена. Еще раз напомню, что вчера в моменте мы увидели, как только ситуация с Ближним Востоком стала ключевой темой дня, как японская валюта стала пользоваться существенным спросом, доллар просел. Правда, к концу торговой сессии американской валюте, в принципе, удалось отыграть весь негатив и те пункты, которые были потеряны в течение торговой сессии. Какая тема на текущий момент остается определяющей? Несколько часов назад были опубликованы данные по инфляции Банка Японии, где был зафиксирован восьмой месяц подряд снижение уровня инфляционного давления. И уже Банк Японии сообщил о том, что им придется прибегнуть к новым мерам экономического стимулирования. Для японской валюты это фактор давления либо поддержки. Новые меры экономического стимулирования – это, разумеется, негатив для национальной валюты. Поэтому предлагаю вам снова возвращаться к теме, связанной с покупкой доллара и японской иены, тем более, что у нас появляется еще вновь дополнительное подтверждение со стороны Банка Японии о том, что эта идея стоит, скажем, того, чтобы делать на нее ставку. Что касается сегодняшней торговой сессии, в начале брифинга я отметил, что нас ждет очень важный отчет. Через несколько часов, 15:30 по Москве, выйдут данные по ВВП. Если вы посмотрите содержание экономического календаря, то большинство аналитиков сходится во мнении о том, что первый квартал оказался очень неплохим для американской экономики. И будет цифра не меньше, чем 2,4%. Это очень хороший показатель. Разумеется, если мы увидим столь позитивный сигнал по темпам экономического расширения, значит, можно будет снова говорить про прошлые сильные макроэкономические отчеты и начать планомерную подготовку к Non-Farm Payrolls, который у нас когда? Уже на следующей неделе, да, в среду сначала NDP, потом в пятницу Non-Farm Payrolls. И также ожидания очень даже неплохие. Если сегодняшние ВВП будут результативными, это непременная поддержка для американской валюты. И учитывая те потери, которые доллар понес в последние две недели, полторы недели, учитывая прошлую среду и конференцию Джанет Йеллен, я думаю, что у него накопилось много злобы, в том числе в отношении рисковых активов, и он непременно захочет вернуть свои прежние позиции. И я думаю, что с фундаментальной точки зрения у него будут для этого все возможности. Поэтому, ребята, хочется отметить снова цели от JP Morgan по USD-иене и Goldman Sachs. Я вам вчера их обозначал, поэтому, скажем, проверим вашу внимательность. Какие уровни
придерживаются, каких уровней придерживаются Goldman Sachs и JP Morgan по USD-йене? 123. Это мы придерживаемся. Хорошо, ладно, 130, 128 и 130. Все верно. Идем дальше. Что касается европейской валюты, то сегодняшняя торговая сессия и текущие котировки, мы видим то, что евро продолжает активно хвалиться на общем недоверии к рисковым инструментам. В принципе, снова у нас на повестку выходит в качестве позиционного объяснения поведения прежние фундаментальные, скажем, ожидания и реальность. Это программа количественного смягчения, которая продолжает действовать. Объемы мы постоянно видим, что расширяются, в целом указывая на более агрессивный выкуп активов, и ситуация с Грецией. И в целом еще хочу сказать, учитывая текущую динамику, а точнее поведение европейской валюты за последние несколько дней, Барклайс пересмотрел свои ожидания по евро-доллару и пересмотрел в еще более негативную сторону. До конца третьего квартала 2015 года они ожидают какой уровень? Паритет. Что касается 2016 года, то это уровень 0,95, еще ниже. В целом Барклайс редко ошибается со своими позиционными прогнозами, в принципе, они не могут ошибаться, учитывая тот пул средств, которые им, скажем, верен в управление. И делая ставку на оценку общей фундаментальной картины, разумеется, они детально анализируют ситуацию в целом, со всех сторон. И аргументируют, в частности, позицию по евро-доллару, такую агрессивную в плане продаж. Это, опять же, те самые аргументы, которые используем мы, скажем, низкая инфляция, дефляция, по-прежнему отсутствие возможности ее преодолеть, колоссальные объемы программы количественного смягчения, потом отток капитала, в частности, есть вероятность того, что Европа вообще станет у нас рекордсменом по выводу средств из страны, учитывая общую слабость экономики, потерянную адаптивность со стороны еврозоны и в целом недостаточно конструктивную роль Европейского центрального банка, а может быть, они хоть и делают все возможное, но этого мало. Других инструментов нет, но тем, кто оценивает перспективы экономики, конечно же, плевать на то, что есть ли дополнительный инструмент или нет. Если европейский мегарегулятор не справляется со своей задачей, в принципе, это нужно констатировать. И на текущий момент проблемы по-прежнему не удается преодолеть. Поэтому евро-доллар, учитывая общую фундаментальную картину, разумеется, рискует увидеть паритет. Когда это произойдет? Тут уже как раз и пошли прогнозы, мнения и различные оценки. Но мы с вами обозначали возможность коррекции в район 1.05, если также обозначить и вернуться к моему ежегодному прогнозу 1.05. Это уровень, который пал буквально в первом квартале уже 2015 года. Сейчас трудно забегать вперед, оценивать такой же позиционный вклад на несколько месяцев. Но в целом можно сказать, что я считаю, что занятие короткой позиции по евро-доллару сейчас может оказаться очень хорошим инвестиционным решением. Даже если это занятие было с уровня 1.06-0.7, да, был локальный выброс, но в целом позиционного взгляда это не меняет, поскольку потенциал прибыли очень велик, ведь мы делаем ставку на возможную просадку в район паритета. Еще хочу обратить ваше внимание на USD-CAD. Почему сейчас акцентирую внимание? Потому что вчера состоялась конференция руководителя Банка Канады Полоза, где он в очередной раз отметил слабость, с которой сталкивается канадская экономика, и констатировал следующее, что ни в коем случае сейчас не нужно недооценивать риски снижения цен на нефть. И не нужно, скажем, питать каких-то ненужных, простите за тавтологию, иллюзий относительно того, что канадская экономика сможет нащупать какие-то объективные факторы для восстановления на фоне снижения главного энергетического ресурса. Нет. Поэтому USD-CAD в любом случае также заряжен на восходящее движение, и я думаю, что стоит как минимум ожидать возвращения USD-CAD в ближайшее время в район 1.28. И еще один актив, USD-CHIP. Откройте, посмотрите, где торгуется пара сейчас. 0.9680.
Как раз, поскольку мы с вами уже активно обсудили тему со Ближним Востоком, еще раз отмечу, что эта ситуация спровоцировала спрос на защитные активы, в том числе и на швейцарский франк. И вчера швейцарский банк снова акцентировал внимание на том, что меньше всего, что нужно швейцарской экономике сейчас, это дорогой франк. А если не удастся, учитывая текущую экономическую конъюнктуру использовать для того, чтобы ослабить франк, значит, в ходе следующего заседания Национальный банк Швейцарии снизит процентную ставку по депозитам с минус 0,75% до минус 1,5%, и тем самым еще больше пытаются охладить интерес к швейцарской валюте. И сами они обозначают, что наиболее адекватный и оптимальный уровень для нормального функционирования экономики Швейцарии против доллара – это уровень 1,02. До него сколько остается? 600 пунктов, поэтому этот уровень стоит обозначить в качестве ориентира в торговле и этим активом. Ясно? 1,02 это максимум, который он достигал вообще в последнее время. Ну, сейчас это цель, которая актуальна. Вопрос есть? Да, есть несколько вопросов. Есть два вопроса по рублю. Я позволю себе объединить их в один. По вашим подсчетам, до скольки укрепится рубль и какие сроки? Есть же вопрос, есть вероятность, что рубль ослабнет до более чем 62 рублей в ближайшие 2 месяца. Ну, то есть, хочется услышать прогноз на ближайшие 2 месяца. Я понял вопрос. Можно обозначить следующий диапазон. 56, текущая котировка сейчас чуть выше, это, в принципе, тот локальный максимум, который может быть показан рублем против доллара и евро. Что касается краткосрочных ожиданий, учитывая, опять же, все те фундаментальные факторы, которые были обозначены, это 64-65 до конца лета. Если нефть просядет еще сильнее, 65 случится раньше. Ясно, спасибо. Еще один вопрос. Артем, как думаете, завтрашний, теперь уже сегодняшний матч сборной России по футболу, как он может отразиться на курс рубля? И какой ваш прогноз на этот матч? Но учитывая то, что как российские футболисты любят кутить по факту победы, да и по факту поражения тоже, можно отметить, что, скорее всего, в Черногорию они привезут сотни тысяч евро, и это потенциальный отток капитала, негативный фактор. Но что касается того, что стоит ожидать, я думаю, что если российская команда одержит победу, это долгожданный или хоть какой-то позитив для российского рынка. Спасибо. Большое спасибо за внимание, за вопросы. Ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале Amarkets. Оставляйте ваши вопросы под видеоокном и подписывайтесь на наш канал. До свидания.